Сейчас в Одессе можно слышать такие звуки. Сообщают, что это работает наше ПВО. По официальной информации на данный момент в Одессе нет никаких прилетов и в Одессе нет никаких ракетных ударов. Но по какой-то причине в некоторых районах города отключили свет. В чате уже порядком 800 человек сообщают о том, что у них нет света. Вот такая, друзья, информация. Воздушная тревога длится уже практически полтора часа. Воздушная тревога сейчас на данный момент во всей Украине. Обстановка очень напряженная. Дай Бог, все будет хорошо. Всем желаю мирного неба.